стала не так давно. 4 года я, наверное, не ем мясо. И я верю в Бога и стараюсь соблюдать пост. И пост соблюдала перед Пасхой, которая идет. Ну и там, естественно, помимо всего остального, тоже не надо есть мясо. И я не ела, не ела, не ела, и когда закончился пост, я подумала, почему бы мне не продолжить. И, в принципе, не было никаких проблем, никогда не хотелось поесть мясо. Я пережила это спокойно, и сейчас вот, все хорошо, так и живу. Близкие друзья и родственники все время знали, что я очень люблю животных. То есть все фильмы с животными, программы BBC, все время накормить бездомную собаку, и это нормально. И поэтому, когда я приняла такое решение, в принципе, оно было ожидаемое. Но решение было ожидаемое от меня, но я переживаю, что за мной можно было за мной повторить. Вот, жду, когда кто-нибудь за мной повторит в этом плане. Ну, конечно, отказаться сложно. Если человек к этому привык, если у него есть возможность, то отказаться от этого сложно. Животных вообще я любила с детства и всегда. У нас все время дома были домашние животные, сейчас 2 собаки живет. И все время вставал вопрос, что кто-то хорошо относится к животным, а кто-то нет, что постоянно есть там бедные дворовые собаки, которые постоянно хотели есть. Ну и поначалу я стала взрослеть, стала задаваться этим вопросом, в принципе, а почему так? И потом уже, когда хочется красиво одеваться, когда уже можно себе что-то позволить, я поняла, что первое, что я сделаю для себя и для животных, и поставлю там себе галочку, это я откажусь от меха и откажусь от кожи. Потому что если мех – это, ну, шубы и шапки, то кожа – это, в принципе, много. Это перчатки, это ботинки, это те же самые диваны, которые стоят у нас дома. Ну, кожи много. Это сумки постоянно, которые стоят, я не знаю, очень много денег. И я не понимала, какой смысл их покупать. Мы как-то были на крокодиловой ферме. Это было в Малайзии. И, конечно, меня это поразило в плохом смысле этого слова, потому что это были именно те крокодилы, которые, в принципе, потом идут на сумки, на ремни и на обувь. Это все стоило очень дорого, и вот это тоже очень повлияло, это было очень давно, но это тоже очень повлияло, то есть после этого я просто категорически решила, что ни ремней, ни ботинок, ничего такого не будет. Это блажь, это, наверное, понт, пафос, это не предмет первой необходимости, без этого можно жить, и без этого можно жить лучше, чем с этим. Мама воспитывала меня, конечно, чтобы лишний раз, даже если гусеница ползет, в принципе, гусеница в деревне – это плохо, да, она там ест капусту или влияет на всякую картошку, то, что растет. Но даже тогда мне мама говорила, что она живая, что, быть может, у нее тоже есть там дети, семья, и может она… Это, ну, достаточно детский пример, что в детских мозгах создалась иллюзия того, что в этом мире все живое. Ну и я стала ассоциировать с тем, что действительно там гусеница, может быть, ползет к своим детям, а я ее сейчас возьму и наступлю на нее. И это стало потом на все распространяться. Детки, они, в принципе, все не то что склонны к жестокости, они в силу своего незнания, наверное, природы могут убить, не то что убить, а помучить животных. Они не знают, что надо, той же кошки или собаки. И даже стих Асадов писал, и много, и воспитывать ребенка надо. То есть не убивать гусеницу, не ходить по траве, вот как ходят люди, а стараться все-таки обходить, не срывать листы с деревьев. Ну, в детстве все же идем, раз так лист снял. Мне все время мама объясняла, что дереву больно, что это тоже как бы волосы дерева. Ну, надо относиться, это живое. И благодаря этим деревьям, траве и всяким божьим коровкам, в принципе, живут люди на планете. А если это все загадить, то планете будет плохо. И сейчас я тренирую уже детей маленьких, и у меня тоже детки, они пришли ко мне в 5 лет, сейчас им уже 7. И тоже они меня там, комар летит. И я тоже говорю, что комарика убивать не надо. Я, если честно, не люблю комаров. Но, в принципе, детям все время объясняю, что он тоже живой, ему тоже там хочется есть. И что у него тоже есть семья, дети и все такое. Я чувствую себя стало лучше. И потом я думаю, что мясо... Вообще я слышала, кто же это сказал? По-моему, даже кто-то
из известных людей, что, не могу вспомнить сейчас фамилию, но что старит три вещи: вино, табак и мясо. Я выгляжу моложе своих лет, моя мама выглядит моложе своих лет. Мама, кстати, тоже не ест мясо. Мясо и рыбы я отказалась, и яйца я не люблю просто. И чувствую себя хорошо, и мне не хочется мяса. Спортсмены как раз очень бережно относятся и к животным, и к тому же мясу. И не едят спортсмены много. И очень много спортсменов-вегетарианцев. А никто, и даже если спортсмены не те, которые именно не едят мясо, а просто оно не нужно в рационе. Я против охоты, это, конечно, да, категорически против. То есть никакие аргументы, что там специально этих животных выращивают и в хороших условиях, и они хорошо размножаются, что потом, если человек купит лицензию, убьет одного животного, то он то деньги, на которые он купил лицензию, можно потратить на благо другим животным. Это все полный бред. Охотиться нельзя. Если человек хочет действительно поохотиться и сославшись на то, что вот он такой крутой и может застрелить животного, иди в джунгли, наравне с животным, без охоты, без ружья, без машины, опять же. Тогда я еще пойму, что это честно. Ну, там нормальные схватки, мы посмотрим, кто выиграет. Все остальное, конечно, тоже против. Против того, что животных едят, против того, что опыты над животными, то, что животных носят. Мне даже иногда напрягает, что с помощью животных лечат. То есть есть такая практика. Против дельфинарии, потому что я не думаю, что в дельфинарии очень хорошо содержат животных. Я за то, чтобы помочь там больным людям и все такое, но опять же, как это делать? Это просто способ заработка, опять же, у людей. Этот бедный дельфин, которому... Но опять же, которому плохо живется, он не может об этом сказать, и об этом никто не знает. Он подошел, он отдал всю свою энергию, все свое хорошее, потому что животные, в принципе, ничего плохого не делали, и они могут вылечить другому человеку. Человек выздоровел, но благодарности нет. Это жестоко, это эгоизм. Люди — это, в принципе, так, если грубо выразиться, стадное животное. То есть, если один последует, все последуют за ним. Просто надо дать правильное понятие, что есть хорошо, а что есть плохо, что есть правильно, а что есть неправильно. Потому что, вот, например, носить кожу — это действительно неправильно, это действительно нехорошо. Просто мне кажется, что это не до конца понятно людям. Если бы, да, опять же, очень грубый и жестокий пример, если бы шили те же сумки из людской кожи, я бы не думаю, что их кто-нибудь бы покупал. Еще я думаю, что, конечно, надо найти альтернативу, потому что, в принципе, сейчас все еще пытаются выглядеть красиво, но у кого-то получается, что можно еще сказать, что, в принципе, это красиво и удобно. Та же кожа, тот же мех, он там весит мало, а днем тепло. Но если найти достойную альтернативу, то можно это искоренить. И опять же, если бы какой-нибудь, не знаю, Dolce & Gabbana или Dior сшил офигенную верхнюю одежду из заменителя, и она бы была очень элегантной, то, может быть, так, и она бы стоила дороже, чем из натуральной кожи, то, может быть, бы наш народ поменял бы свое мировоззрение. Это надо, чтобы кто-то стал законодателем моды, и на него все смотрели. Когда вот я была на крокодиловой ферме, нам рассказывали, что с некоторых крокодилов сдирают кожу заживо, потому что убить их нельзя, там попортишь мех. И некоторым стреляют в глаз, ну, чтобы мех не попортить. То есть, если выстрелить, да, кожу в пузо, ну, и любому животному, естественно, в меху будет дырка или в коже будет дырка. Стоит она дешевле, потому что там дырка. И поэтому либо заживо, либо в глаз. Ну, я думаю, что таких ферм на самом деле, к сожалению, много. Просто я была на одной, и, в принципе, мне хватило это, что впечатлиться. Они же маленькие, сколько их на шубу надо? И причем хорошего меха. Если опять норку убить как-нибудь порезом, то там уже меха-то нет. Я не люблю, когда человек, например, говорит и не делает. Понимаете? То есть некоторые люди говорят, да, вот, плохо носить шубу, очень плохо, очень-очень плохо. Но опять же, он идет в этой шубе. Таких много. Но это уже такое мое личное размышление, что творится в голове, что вот мы едим как бы курицу и ничего плохого не делаем, потому что эту курицу специально выращивают для того, чтобы она пошла на еду. Была я в Китае, значит, в прошлом году. Они едят все, что шевелится. Они едят даже павлинов. То есть мы зашли в один ресторан, и там около клетки был павлин.
Ну, я говорю, а почему он в таких условиях содержится, в плохих? И, ну, я мне отвечаю, что если кто-то захочет, в принципе, его можно вот сейчас кушать. Как бы так. Закон джунглей гласит, что можно убивать ради еды или чтобы самому не стать едой. И что касается животных, то они очень соблюдают этот закон. То есть та же рысь никогда не убьет лишнего. Тот же гепард никогда не съест больше, чем ему надо. А люди? Люди съедят больше, чем ему надо. Люди убивают не для того, чтобы... Не потому, что они умирают с голоду. Потому что хочется... Ну, я не знаю, потому что это красиво, потому что это модно, потому что это дорогая еда, и ее хочется попробовать. Животные в этом плане достаточно искренние. И даже если я не могу поесть, но бывает там, иногда долго летишь, иногда в дороге, иногда элементарно денег нет конкретной страны, то есть, то это даже хорошо. То есть я думаю, что вот я не поем и буду чувствовать себя лучше. Потому что, в принципе, еда – это... Но нам надо очень мало еды для того, чтобы существовать, жить, хорошо выглядеть и чувствовать себя красиво. Когда человек переедает, это плохо. Это на все органы плохо. Даже если он переел огурцов, все равно это будет плохо. Я не думаю, что если съесть кусок мяса, то получишь именно нормальную дозу белков. Белок можно найти в другом, в орехах, в витаминах, в чае, в женьшене, опять же, в том же. Я люблю гречку, я люблю рис с овощами, я люблю супчик, японский. Мисо? Мисо, точно. Утром каша, днем, ну, салат, гарнир, суп. Вечером иногда могу поесть, иногда нет. И пью я только воду, иногда очень редко я могу попить чай или кофе. Все остальное я стараюсь не пить. В принципе, еды-то мало, надо организму мало, не так много, как это кажется. Не обязательно есть полноценный завтрак, полноценный обед и полноценный ужин. Один раз в день мне покушать вполне достаточно. У нас вот Винер Ирина Александровна возглавляет гимнастику. И у нас очень хороший тренер. То есть Ирина Александровна сама очень любит животных. И я не думаю, что если бы когда я стала... Если бы я отказалась от мяса, когда тренировалась, кто бы был бы против. Это достаточно, это свободный выбор. В спортивной среде на самом деле все очень любят животных. И никто не будет... издеваться над ними. Все также покормят бездомных животных, все только за эти проекты, за то, чтобы было больше защитников животных, за то, чтобы это очень развивалось. Я не думаю, что люди будут против этого. Просто, понимаете, очень много, помимо этого, у всех, наверное, своей жизни. И на это либо не хватает времени, либо внимания. Спортсмены, в принципе, очень добрые люди и хорошо воспитанные, потому что мы все время воспитывались, чтобы помогать друг другу в одной команде, росли без родителей. И, в принципе, такое сплоченное общество. Если мы что-то делаем, то мы делаем это хорошо, и поэтому, если мы за животных, то мы, в принципе, все за животных. Очень много сейчас и программ, и всяких разговоров, и соцсетей, и ни для кого не секрет, что происходит. Просто, наверное, никто не хочет этого видеть. Я посмотрела фильм «Блики смерти», и он на меня очень сильно повлиял. Там все сцены очень тяжелые, абсолютно все. Там показывается именно суть жизни, суть смерти. Я все равно не смогла бы, наверное, в детстве пережить, если бы на моих глазах кто-то замучил животных. Это я сейчас улыбаюсь, я подумала, я могла бы убить за котенка. Но это, конечно, шучу. То, что я любила животных, все знали с детства. Ну и сейчас знают, это никому не секрет. И мне одна подружка в соцсети скинула видео против цирка, где воспитывали животных достаточно грубо. Ну и я прошла по ссылочке и посмотрела, наткнулась на ваш сайт. Вот, и поэтому обратилась к вам. Еще хочу сказать, что самое главное, чтобы люди отвечали сами себе на вопрос, что они хотят и что внутри. И учились довольствоваться необходимым. Когда хочешь обхватить все и прям... И много съесть мяса, это неправильно. Надо делать нашу планету лучше, конечно.